города Екатеринбурга. Дело в том, что детей наших высадили с 8 сегодняшнего дня на дистанционное обучение, но по федеральному закону об образовании, пункт 2, статья 16, каждый директор каждой школы обязан проинформировать родителей в письменном виде о том, что дети переводятся на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Нам, никому из присутствующих здесь, не было разъяснено это положение закона. Более того, родителям не предоставили право выбора по закону. То есть дистанционное обучение, согласно закону об образовании, возможно только по письменному согласию родителей. У нас есть письменный ответ Министерства просвещения Российской Федерации, где позиция министра четко обозначена, и он согласен с нами, с родителями, что нас обязаны спросить, хотим мы, чтобы наши дети обучались на дистанционном обучении, либо не хотим. Если родитель письменно отказывается от обучения по дистанционным программам, то директор школы просто в соответствии с законом об образовании обязан обеспечить взаимодействие педагогического работника с школьником в аудитории, то есть очно. Вот поэтому мы пришли сюда, и мы хотим Шевченко, начальнику департамента образования муниципальных школ, который является их учредителем по закону, принесли несогласие письменное. Мы требуем, чтобы была проведена проверка, и каждый директор понес ответственность и проинформировал родителей о том, что у них по закону есть право отказаться от дистанционного обучения. Спасибо.